Всем здравствуйте! Вы попали на урок танцев для начинающих. Это первый урок хореографии ИСА, но для вас это не должно иметь никакого значения. Просто прямо сейчас мы с нами потанцуем в этом прекрасном месте, выучим маленький кусочек, и если вы захотите, то вы сможете доучить все до самого конца. Прямо сразу начинаем. Ставите ножку вперед, красивенько так. Закрываете вторую, чтобы не было пространства. Закрываем ножку. Рисуем силуэт. Талия, бедра. Вот так представляем себя красивыми песочными часами. И у нас два движения бедрами. Пам-пам. Как бы вы не были подготовлены, бедра у вас танцуют у всех. Поэтому пам-пам. Две волнушечки бедрами. Пам-пам. Вы можете сделать стандартное движение. Восьмерка назад. Можете чуть-чуть разогреться, сделать круг бедрами в одну сторону, в другую. И мы готовы. Нога заходит на другую. Присаживайтесь, плечи назад. И два движения. Пам и пам. 7, 8. И пам, и пам. Все просто. Следующим движением будет грудь. Грудь делает сокращение внутрь. Бум. Сокращение внутрь. Бедро. Бум, бум. Закрыть. Угу. Чуть поближе. Внимание. Бедро, бедро. На музыке будет чуть быстрее. Пам, пам. Есть. Бедро, бедро. И закрыть. И иду дальше. Бедро, бедро. Закрыть. Дальше история чуть посложнее. Руки. Руки делают вдох и через кисти разворот. Вдох наверх. Можете начать внизу. Как вы себе представляете волну, так и делайте. Вот она, волна внизу. Можете расслабиться. Пальцы расслабьте, не зажимайте. И наверх сделайте вдох. И кистями разверните руки. Наверх и разворот. Наверх и разворот. Наверх и разворот. Получились ладошки в небо. Ладошки в небо. И по одной сейчас будем закрывать и закрывать. Наверх вдох. Через кисти разворот. Волна, волна. Что такое волна? Это плечо, локоть, кисть. Три точки. Плечо, локоть, кисть и плечо, локоть, кисть. Поработаем по одной руке. Расслабляйтесь. От плеча волна. И соединим три движения в руках. Руки, разворот, волна, волна. Еще повторим. Вдох, через кисти разворот, волна, волна. И еще один. Наверх, разворот, волна, волна. Собираем все с самого начала. Бедра, вум, вум, грудь. Вдох, разворот, грудь уже открылась. Волна, волна и работа в бедрах. Вверх, вниз, вверх, вниз. Есть, начнем сначала. Бедро, бедро, грудь. Вдох, разворот, волна, волна и разворот. И перенос в другую плоскость. Я была носиком в зеркало, в камеру, в телефон. Разворачиваюсь ушком в зеркало, в камеру, в телефон, в зрителя. Разворот. Руки на развороте прямые, и вы переносите их в другую плоскость. Давайте порепетируем. Пальцы ровные, но руки вытянуты, локти вытянуты. Животик втянут, и мы меняем плоскость, и такая красивая поза. Смотрите в зеркало, выравниваете. Нога, силуэт, животик собрать, грудь поднять, плечо вниз. И две руки по возможности параллельно. Кисти выровнены. Поработайте над силуэтом. Будет и разворот. Еще раз. И разворот. И еще один. И разворот. Здесь отдельно порепетируем, как рука опускается параллельно вниз. И акцент. Акцент. Не пальцы вниз, а стараемся сделать сгиб назад. Как будто вы отклеиваете вот эту часть от стенки. Приклеилось все, отклеивайте только здесь. Не делайте маленьких утят. Это немножко не то. Мы делаем назад. Соберем все сначала. Внимание. Вум, вум. Грудь. Вдох. Разворот. Рука, рука. И фу.
Низ. Звук. Угу. Еще раз. Готово. Внимание. Бедро, бедро. Звук. Ускоряемся. Бум. Два, три, четыре. И фу. Низ. Можно смотреть по ходу лица, носика, туда, в стенку, да. Можно смотреть так чуть-чуть искоса в камеру, в зрителя. Все сначала и чуть быстрее. Вум, вум, стоп. Раз, два и три и фу. Низ. Угу. Только руки. Руки, разворот, волна, волна. Угу. Руки, разворот, волна, волна. И еще раз руки, разворот, бум-бум. Это быстрый темп. Его нарабатывать вы будете уже самостоятельно. Все те, кто пойдет учить музыку, хореографию и весь курс до конца. Если вы просто хотите со мной сейчас немножко позаниматься, медленного темпа нам достаточно. С самого начала. Бум-бум. Раз, два и три. Бедро, фу, разворот, низ, звук. Еще раз медленно. Готовы. Бедро, бедро, бум, два и три, и фу, низ, цик. Я вам рекомендую отдельно выстроить эти позы, проверить плечики, грудь, втянуть живот, вытянуться и выстроить вот это, поработать на эту часть перед зеркалом. Силуэтность обязательно, руки на темп ускоряйте перед зеркалом, самостоятельно учитесь, смотрите на линии, чтобы вам было красиво, как работают руки. Чтобы вам самой было красиво, как это все переливается. Бедрами работайте, садитесь ниже, в живот втягивайте и старайтесь отделить бедра от остального тела, чтобы они жили сами по себе, ну, под вашим контролем, но отдельно от верха. И вся техническая часть, отработка мелочей вас ждет еще в отдельном уроке, в домашнем уроке из зала. А на этом основной первый урок я заканчиваю и жду вас на следующем. Благодарю вас за занятие. Пока-пока.